Слушай, мелкий, а харя не треснет, да, такого большого количества кофе, не? Ну, хорошо тогда. Вот, Merry Christmas, fucking new... не fucking... Happy, happy new year! У меня кофточка даже Merry Christmas, всем Merry Christmas с наступающим Новым годом! Я обещал предыдущей серии жизни ютубера то, что в этой серии я сделаю самую лучшую елочку на этой планете. И вы можете посмотреть на эту елочку и сказать то, что, мол... Да, Эдисон, она реально крутая! А я скажу... Нет, я не про эту елочку говорю, а про ту, которая прямо сейчас находится за моей спиной. Вот про ту. Это лучшая елка, которую я когда-либо наряжал на этой планете. У нас здесь и золотая кнопочка, вот это, Ютуба. Здесь у нас и мой старый 10-й iPhone. Потом здесь у нас... мелкий, я же сюда купюру в 1000 рублей ложил. Почему сейчас здесь 50? Ты мне ничего не хочешь сказать? Ну, ладно. И здесь у нас купюра в 5000 рублей. Вот кто бы хотел такую елочку на Новый год? Или вот подарок от Деда Мороза? Вот такой. Надо лайк лепить. Вот это самое. Дед Мороз тебя услышит. Купюру вот такую тебе положит на елочку. Как бы счастья не будет предела. Все, мелкий. Ты главное ничего не трогай и пошли. У нас с тобой еще сегодня столько дел, то что можно чокнуться. Мелкий! Ты там ничего случайно не сделал? Ах ты, собака пипипушная. Обратно поставил! 5000 поставил обратно! Я ж тебе говорил, не трогай. Все, давай, пошли. Дверь за собой закрывай. Давай, давай, давай. Давай и спускайся вниз. Ой! Я ж тебе не сказал, да, в чем будет сегодня заключаться вся серия. А так вот в чем. Все вот эти подарки, которые я заранее купил для своих самых близких людей. Маргарита, Аленка, Степа, Михалыч и Ваня. Именно сегодня в этой серии... Встал со снега, жопу простудишь. Именно в этой серии я буду дарить подарки всем. Короче, мелкий, смотри, что я тут колымагу какую приобрел перед Новым годом. А, нравится? Только проблема в том, что у меня кобылы нет. Поэтому тут или два варианта. Или ты меня будешь таскать на этой колымаге, или ты притащишь свою вот эту лошадку, которая у тебя раньше была. Ага, потопал. Давай. Только быстро давай! Как бы ночь не бесконечна! А нам до утра надо раздарить все подарочки. Так, запиндюлим задницу сюда и ждем мелкого. Надеюсь, что он вернется как можно скорее. Воу-воу-воу-воу! Гонщик нелегальный! Гонщик! Слезь, слезь, я сейчас ее припаркую. Слезь, слезь. Так, сейчас. Ага, вот так, все. Все работает. А ну садись на лошадь. Не-не-не-не-не. Это ты меня. Это ты меня таскать будешь, а не я. Давай, мелкий, давай, быстро. Вот так. И, в принципе, в добрый путь. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Только быстрее, что так медленно. We wish you a Merry Christmas and a fucking new year. Happy. Там не fucking, там happy вроде. Опа, кто-то снегоход потерял. Если до утра не заберут, значит, будет моим. Да, лошадка у тебя мелкий совсем не быстрая. Но зато какие эмоции, я прям реально чувствую себя как будто настоящий Дед Мороз. Короче, мелкий, к дому Стёпы! Вперед, вперед, вперед! Да, вот, налево, сейчас налево и припаркуйся где-то вот рядом с ним. Ага, вот здесь, все, 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 все. Слезай с этой шайтан-машины и подходи сюда. Короче, мелкий, у меня есть подарочек для Маргариты и у меня есть подарочек для Стёпы. А, есть одна проблема. Мы же не будем с тобой, как два неопытных Деда Мороза, проходить через главную входную дверь. Ой, я икнуть хотел, пукнул ртом случайно. Мы, как истинные Деды Морозы, там, где будет камин, будем проходить через камин. Там, где нет камина, будем проходить через балкон. Только проблема в том, как нам забраться на этот балкон. У меня нет ни лестницы, ничего нет. Так, а что, если сначала залезть на крышу, а с крыши спрыгнуть на этот балкон? Опа, и мне кажется, как раз-таки вот эти зимние лианы нам отлично в этом помогут. Мелкий, давай, если что, ты первый. Тебе не так будет больно падать, как мне. Давай, давай, да, залезай. Да чё ты ломаешься? Ты Дед Мороз или кто? Я тебя в помощники взял. В помощники взял? Взял, давай залезай. Ой, всему тебя учить надо. Давай за мной, давай за мной. Не очкуй. Да куда ты на соседнюю лиану? Ой, боже, боже. Вот, давай, перепрыгивай.
Ядрёный случай. Сложно, да, наверное? Давай. Вот сейчас. Главное, не промажь. Попадай прям вот сюда. Опа, на балкон. Прыгай! Давай, 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 давай. Опа, какой молодец. Так, сейчас. Ага, вот там Стёпа у нас, а там Маргарита Степановна. Дрыхнут. Так, ага, дверь-то закрыта, да? Ну, естественно, нормальные люди закрывают двери на балкон. Мелкий, ты притащил то, что я просил? Отмычка. Давай, давай, открывай дверь. Ага. Мы пока подождем. Как бы Дед Мороз Дедом Морозом, но дверь взламывать навык всегда вот этот пригодится. Ты там долго, нет? Не сын, а просто сказка. Вот еще бы ты меня научил взламывать двери, было бы просто фантастически. Ядрёный пердёж ртом. Это он храпит так? Как вообще Маргарита Степановна его терпит? Он же как будто трактор вечно заведенный. Ладно. Так, подарки. В первую очередь для Маргариты Степановны. Поставим вот, вот, вот сюда. Слушай, а можешь сразу открыть? Нет? Ну, если кому-то интересно, что там внутри, по секрету скажу, подойди ближе. Еще ближе подойди. Там для Маргариты Степановны двухмесячная зарплата в моем ресторане. Или четырехмесячная. Короче, там 2 стака золотых монет. Я просто ее очень давно не платил за работу в ресторане. И очень давно не выводил бабки с ресторана. Она там заработала, мне кажется, практически на новую квартиру. Поэтому я решил ей заплатить. А вот подарок для Степы. Но вот этот подарок я 100% открою. Отойди, мелкий, просто чтобы показать всем. Как говорится, самый лучший подарок для всех мужиков это... Отойди, мелкий! Это носочки. Вот если вдруг у тебя есть парень, вот девушки, которые меня смотрят, если вдруг у тебя есть парень, ты не знаешь, что ему подарить на Новый год, носки это лучший вариант. Вот, всегда дарите носки, все мужики этому рады. На самом деле, как бы нет, это, наверное, худший подарок на этой планете, но если другого варианта нет, можете носки подарить. Мелкий, не трожь носки, это носки Стёпы. Все, давай, пошли отсюда. Вроде все подарки раздарили, можно сваливать. Тем более, Стёпа уже перестал храпеть, это значит, что скоро он... Проснется! Прячься, 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 прячься! А может он лунатик? Может он просто во сне ходит? Ритка, я еще в туалет схожу. Ну да. А Ритка спит, и он думает то, что она его слышит. Как удачно мы здесь спрятались. Слушай, пока Степа пошел в тубзилет, давай свалим отсюда. Потихоньку, потихоньку. Носки не трогай, это носки Степы. Давай, давай, давай. Выходи. Fucking happy new year. Так, а сейчас главная задача, как отсюда спуститься. В принципе, можно и так, да, но ноги я ломать не хочу. Так, я более аккуратно это сделаю. Сюда и сейчас на елочку. Опа! На звезду приземлился, все штаны порвал. Мелкий, лови. Так, тащи вот эту колымагу и... А подожди! Мелкий, а чё мы сразу к Стёпе-то погнали? Надо сначала было подарок Михалычу оставить. Ладно, давай, тащи меня к Михалычу, мелкий. Иго-го, мой олень Рудольф. Вот где-то здесь припаркуйся. Ага. Так, открывай, открывай, давай, давай. Закрыто? Закрыто. Давай, открывай. Слушай, ты мамкин пирожок. Ты долго еще? Давай, открывай. И что это значит? А-а-а, дверь бронированная, да? Ее не так просто откроешь, как эту дверь на балконе. Ладно, забирай. Так, тогда какой-то другой вариант. Сейчас. С Новым годом, корова. Мы. Дед Мороз должен всегда находить выход из ситуации. Давай, давай, заскакивай! Заскакивай внутрь, давай! А так.
Ну, естественно, то, что ночью здесь никакого Михалыча нет. Так, подарок для Михалыча ставим под елочку вот сюда. Кому интересно, что там внутри, Михалыч давно мечтал стать музыкантом, поэтому я решил ему на Новый год подарить гитару. Я не знаю, умеет ли он на ней играть или нет. Да ты чё, издеваешься, что ли? Дверь откр... Мелкий! Что ж ты-то будешь... А почему мы всегда так... Какие-то Деда Морозы с нас очень плохие. Почему всегда мы приходим тогда, когда кто-то возвращается в свой дом? Главное, тихо. Не шуметь, мелкий. Кто здесь? Признавайтесь! Что за черт мне окно выбил? А да это мелкий. Вот этот хулиган малолетний. Вот, рогатку спрячь. Спрячь рогатку. Спрячь рогатку. Надеюсь, он сейчас заметит этот подарок под елкой. А чё это такое? Давай-давай, открывай, открывай. Надеюсь, то, что он ему понравится. Мелкий, главное, не пались. Гитара? Здесь что, Дед Мороз был? Эдичка Мороз и мелкий Рудольф. Да, музыкант с него такой себе, но я надеюсь, что он хотя бы научится мне играть. Удачи тебе! Слушай, а может ему на следующий Новый год вот это скилл, умение игры на гитаре подарить, а то с него какой-то музыкант не очень. Ну, фиг его знает, вдруг в следующем году он будет тут концерты по всему городу ютуберов раздавать, я не знаю. Мелкий, садись в шайтан-машину и поехали. На очереди у нас Ванчос и Аленка. Погнали, главное не спалиться. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не в ту сторону! Давай, давай в обрыв не надо, хорошо? And a Happy New Year! Стоп! Остановитесь! Последние два чубзилета, которым нужно подарочек сделать. Они дома... Дома. Спят? Спят. Ну давай хотя бы здесь мы не будем окно разбивать и не будем в парадную дверь заходить. Короче, о, камин! Так, значит, через камин. Мелкий, давай за мной. Надо найти способ, как забраться на крышу. Если что-то найдешь, кричи. Ну вот, кричать не надо, потому что забираемся вот через вот это. Так, мелкий, давай за мной. Быстренько. Ага. Костер-то за собой тушить надо посередине ночи. Кто первый? Давай на камень, ножницы, бумага. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я проиграл, значит прыгаю я. Ну с богом. Тут паутина. Надеюсь, что до завтрашнего утра я все же туда вниз засандалюсь. Мелкий, ты лучше не прыгай, то тоже здесь застрянешь. Как мне ее сломать-то? Собака! Ой, сейчас кто-то жопу себе подожжет, и этот кто-то буду я. Пока не прыгай, пока стой там. Хватит уже гореть. Мне кажется, лучше, чтобы мелкий это не видел. Если он увидит то, что они вместе спят, это будет очень плохо. Не прыгай! Тут Ванчо спукнул! Воняет очень сильно! Не прыгай! Ну все, мелкий точно расстроится. Так, ладно, надо быстренько подарочки сделать. Так, здесь у нас подарок для Аленки. Здорово, ёпты! Здесь у нас подарок для Аленки, ставим под елочку сюда. И здесь у нас подарок для Ванчоса, ставим вот сюда. Честно, я даже не помню, что я им подарил. Аленке вроде куклу какую-то, а Ване вроде золотую мотыгу, он же фермер. А золотая мотыга, как говорится, лучший предмет в Майнкрафте. А вот... Это то, что ты не должен был видеть. Ну ядреный Новый год, ну мелкий. Да ладно, так, мне бы поменьше кричать. Ну и давай, все, мы подарки подарили, сейчас можно сваливать. Вот сейчас мы свалим через парадную дверь. Да пошли давай уже!
Ну хватит рыдать-то уже, мелкий. Пошли давай. Ты дурак, Чё, Ваню во сне-то бьёшь, мелкий, с ума сошёл? Я понимаю, что он с Алёнкой вот это самое и мутит, но ты дурак! Алёнка, ты чё меня во сне ногой пинаешь? А, ну, значит, пронесло. Пошли. Значит, не первый раз, когда Алёнка его во сне ногой пинает. Всё, мелкий, давай, пошли на главную площадь. Сейчас я зеркало случайно у них старотыбзил. Да, на главную площадь! А сейчас самый главный подарок самому главному человеку на этой планете. Тебе. Ну, да, тебе. Хоть мы раздарили всем нашим близким друзьям подарок, к большому сожалению, мы с Мелким не смогли найти тот предмет, который мы могли бы подарить тебе. Но, с другой стороны, мне кажется, я и так уже каждому из вас сделал очень много подарков в этом году. Бывало очень много моментов, когда у меня было плохое настроение. Бывало очень много моментов, когда я болел, когда у меня не было никакой мотивации записывать ролики. Когда я лежал просто на кровати целыми днями, и мне не хотелось вставать. Когда со всех сил я собирался, садился, записывал новый видос и запускал стримчанский. Мне кажется, у всех людей на этой планете есть такие моменты, когда им ничего не хочется делать, когда наступает какая-то депрессия, творческий кризис, и вот это все, извините, говно, которое мешает полноценно тебе жить. Но за прошлый год я каждый день выпускал ролики. За прошлый год даже вышло больше, чем 365 роликов. Это еще даже не учитывать второй канал, на котором тоже очень много видосов выходило. Ну и, конечно же, стримы по вторникам, четвергам и субботам в 7 вечера по Москве, которые я, естественно, каждую неделю запускаю. И мне кажется, то, что это, наверное, один из самых огромных подарков, который я мог сделать тебе в этом году. Продолжать радовать тебя своими видосами. Я надеюсь, то, что в следующем году я буду также видеть твою поддержку в комментариях, подписки на канал, лайки под роликами. И именно вот эти вещи дают мне мотивацию для записи роликов в будущем. Поэтому спасибо тебе за такой огромный подарок, что ты продолжаешь меня смотреть и остаешься со мной до сих пор. Спасибо тебе огромное. Ты сейчас это слышал или только я это слышал? Какой хуя? Пресвятая корова, у меня сейчас мурашки по коже пошли. Да уйди ты нафиг, что нюхаешь-то? Слушай, у меня может на морозе мозг обледенел. Это я один это сейчас видел? Ядрить меня в ледяной пердак. Ну, в смысле, не меня, а Деда Мороза.